Всем привет! И сегодня у нас будет на обзоре, в общем-то, шлейка анатомическая для собак на заказ. Я очень давно хотела себе анатомическую шлейку. Уже 3 года, как я ее хочу, но все никак не получалось ее купить. И вот, наконец-таки она у меня. Теперь никто не будет мне в комментариях писать, что у меня неправильная шлейка. Вау, класс. Ради них надо купить шлейку, я считаю. Просто потому, что они так сказали. Шлейку мне сделали буквально за 1 день, как я поняла. Так, как мы видим, Почта России ее потрепала. Надеюсь, там все нормально. Так, сейчас надо понять, как это вскрыть. Как бы это так вскрыть аккуратно, чтобы там ничего не порезалось. Сейчас буду думать. Пока эта красивая упаковочка не сильно так повредилась, да, от того, как я буду скрывать. В общем-то, заказывала я эту шлейку в Телеграме у одной девушки. Вот, можете почитать. Продолжаем думать, как ее вскрыть. Так, у меня получилось. Я уже вижу здесь красивенькую оберточку. Уже вижу эту шлейку. Я заказывала зеленого цвета, такого зелененького. Он все-таки красивенький, да, мне нравится зеленый цвет. Эта шлейка стоила 1800. Вот. Она начинающий мастер, и шлейку она делала впервые на заказ. Впервые, да, я впервые у нее заказала шлейку, потому что она шьет ошейники, они стоят 650 рублей. Вот. Так что я первый человек, кто сделал мне заказ на шлейку. Опа. Так, коробочка пустая. Альфочка тут интересуется. Итак, так. Что у нас здесь? Спасибо за заказ. Нет, что? Так. Как это работает у нас, значит. Так. Как много раз я сказала слово так. В общем, я заказывала шлейку с ручкой. Вот она, ручка. То есть 1800 вместе с ручкой. Без ручки, но, видимо, дешевле будет. Вот здесь у нас имеется колечко. Вот так вот оно будет выглядеть. То есть, да. Я очень хотела шлейку анатомическую, чтобы она была на вот такой, я не знаю, как назвать, на двойной пряжке. Но я люблю называть это двойная пряжка, я не знаю, насколько это правильно. Вот, и наконец-таки она у меня появилась. В общем-то, вот здесь вот тут столько вот регулировочек. Так, застегивайся. Вот. Ну и получается, там застегивается еще вот на эти штучки. Вот как-то так. Заказывала я на черном подкладе. Там, конечно, много цветов можно, в принципе, выбрать. Вот. Особенно на 50 мм. То есть вот моя стропа, ширина 40 миллиметров, есть еще 50, то есть на 1 сантиметр больше. Так, надеюсь, она подойдет. Сейчас буду мерить, и можете посмотреть, как это выглядит.
Настало время моего традиционного отзыва в конце видео. Что меня порадовало, это качество. Она действительно выполнена качественно, все шовчики ровные и очень крепкие. Там даже на глаз видно, что она очень крепкая и качественная. Эта шлейка уже прошла тест-драйв грязью, как вы могли заметить. И также я спокойно могла приподнять альфу на этой шлейке, и все отлично. Здесь я заметила, что у них хвосты одинаковые. Минусы, возможно, я накосячила с размером, может быть, еще что-то. Но, как вы видите, вот прямо сейчас хорошо видно то, что когда альфа шагает, передняя часть шлейки, она прыгает туда-сюда. То есть альфе шлейка немного большевата. Вот, а еще если прям сильно вглядываться, то внизу под животом тоже будет видно, как чуть-чуть она не на месте. И еще вот задняя стропа, которая как бы у подмышек, она сильно прям на животе находится, как по мне. То есть она должна быть и не впритык подмышкам, а что-то среднее. А у меня она что-то как-то прям на животе находится. Но собаке, как видите, дискомфорта это никакого не приносит. Все регулируется и ничего не жмет. Там целая рука помещается. То есть ничего не жмет. Она спокойно себе бесится, прыгает, играет, выполняет различные команды, и то есть ее все устраивает. Ну, я думаю, возможно, где-то и мой косяк. В общем, за ошейником к этой девушке я еще приду. И нет, это, конечно же, не реклама. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой телеграм, инстаграм. Там каждый день выходят новые фото и видео, наши успехи в визовом спорте и не только. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, мне будет очень приятно. И всем пока.